это барыш, на что я влюблен. А вот эта улица, там это дом. А вот эта барыш, на что я влюблен. Крутится, вертится, шар голубой. Крутится, вертится, над головой. Крутится, вертится, кончится. Милостивые государи и милостивые государыни, разрешите поздравить вас с наступающим 1910 годом! Ура! Чего желает известный депутат Пуришкевич? Пуришкевич желает, чтобы в наступающем году Россия избавилась от жидовского племени. Чего желает звезда оперетты Веве Ковецкая? Веве мечтает, чтобы уродливый танец Овера сменился более изящным. Что пророчит автор оккультных романов «Крыжановское Рочестер»? Год пройдет под астральным знаком Козерога, что сулит миру порядок и земную нирвану. А дайте инвалиду русско-японской войны.
Это у вас продается. Диван дерзанный, старый персидский ковер и щенки от шотландской овчарки. Новым годом! Российская социал-демократическая рабочая партия. Товарищи рабочие, еще один год локаутов, виселиц, полицейских расправ позади. Враг торжествует, но год идет за годом, и мы живем, товарищи. Мы идем в Новый год маленьким, но сплоченным отрядом по нелегкой дороге. И пусть ликует черная сотня в Думе, вне Думы. Пусть бешенствует реакция. Ни одного шага не сделает вражеский класс, не прибавляя новой, свежей силы в нашу партию. Встретим же, товарищи, наступающий год бодростью. Он несет нам великие перемены. С Новым годом, товарищи! С Новым годом, товарищи! Выпьем мы. Только за что? Ясно за что? За нашу победу. Сообщи Антонову. Иди переулком. На проспекте скройся в толпе. Гляди веселей. Новый год.
Павел, удивительная встреча двух партийных течений в ночь под Новый год. За мной гонится. Когда 10 лет тому назад мы читали с тобой Маркса... Милостивые государыни и милостивые государи, разрешите вас поздравить с наступившим Новым годом! Вы его не узнаете? Ты? Ты еще жив? Ты на свободе? Вы? Революция погибла. Враг, разгром, смерть. Однако ты живешь? Разве это я? Живет моя оболочка, а душа моя сидит в Петропавловской крепости. Славному Никиту, юбилету, 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 юбилету. Так вот, чтобы его душа вкупе с оболочкой не попала бы в крепость, приютите его до утра. Что вы, что вы? У меня банкет. Вы нас всех хотите? Но если тебе надо денег, пожалуйста. Но, брат! Ты идешь, а ты, ради Бога, без речей. Они тебе пригодятся там. Прощай. Десять лет назад мы не читали с тобой Маркса. Вон, господин. Какая ночь хорошая. Хорошая ночь. Приснился мне чудный сон, будто нам к празднику неразменной руки выдали. Хочешь пей, хочешь ешь, а руки при тебе остается. О как! И потом ты мне приснился, будто пошли мы с тобой на Литейный проспект невест выбирать и попали в участок.
пристав у нас руки отнял, а нас с тобой велел похоронить. Лежим мы с тобой в могиле и поем. Боже, царя храни! Максим! Крутится, вертится, хочет упасть, кавалер Баршину хочет украсть. Где-то улица, где-то дом, где-то барышня, что я влюблен. Ах, вот эта улица, вот этот дом, а вот эта барышня, что я влюблен. Где я видел эту руку? Эй, ты, стой! Держи ее! Беги! Демократический. Непонятно. Встретимся? Объясню. Бог подаст. Дурачи! А насчет встретиться? Будьте вечером в сыр. По-настоящему международный чемпионат французской борьбы. Прибыли пока и записались следующие борцы. Всемирно известный борец Иван Заинчев. Всемирно известная неизвестная черная борьба. Следующий в цех пришел.
сегодня в цеху найдены прокламации преступного содержания. Я не сообщу об этом в полицию, если рабочие честно скажут, кто принес в цех эти бумаги. Шапки долой! Весь завод обыскали, нигде не нашли. Удрала. Пускай к заведующему. Фортуна! Я слышал от мастера, что ты помогал ему найти подозрительную особу. Молодец. Вот если бы подыскать такого парня, который бы выведал, как эти особы попадают на завод, такому рабочему мы бы рублей 10 на пальто к празднику прибавили бы. 15. Какие 15? 15 рублей пальто к празднику стоит. А у тебя в рукава не дура, а? Погляди мне в глаза и отвечай правдиво. Ты в нелегальных кружках состоишь? А на запрещенных собраниях бывал? Ну, а книжки там какие? Читал же? Читал. А кто тебе их давал, о чем мне говорится, помнишь? Разрешите на память прочитать? Ну? Прочь, скричал он, прочь из этого гнезда коварства и порока. Меня ждут скалистые ущелья и верные товарищи, гроза тиранов и злодеев. Пылая страстью, прекрасная графиня прильнула к нему всеми своими формами. Ха! Ха-ха! Воскликнула она. Кровавая Нана заставит тебя забыть весь мир. Но атаман свистнул и вскочил на коня. Что за ерунда такая? Антон Кречет, знаменитый разбойник. Я тебя не о таких книжках спрашиваю. Запрещенные, в которых что-либо плохое про царя или фабрикантов пишут. Такие ты читал? Нет, таких не читал. А кто эти бумаги мог принести в цех? Не знаешь? Знаю. Ну? Поп, у нас в цеху третьего дня молебен был. Батюшка всем книжки раздавал, да кушон, наверное. Ну ты, брат, дурак. Впрочем, может, оно и лучше, что дурак. Так берешься? За что? Да ты что, смеешься, что ли? Будешь ты меня осведомлять о товарищах или нет? Ничего особенного.
Рабочего ранило, попал в машину и... Господин заведующий, у нас товарищ попал в машину. Помочь ему надо. Порядок не знаете. Лезьте со всякой ерундой. Пьян был ваш товарищ, поэтому и попал в машину. Обратитесь по инстанции. Мне и нужны. И у нас к вам будет просьбочка, Степан Яковлевич. Все сделаю, озолочу. Воскресную школу знаете? Я опять повторяю. Вы вместо уроков читаете политические лекции. Вы же нарушаете устав. Я буду сам следить за вашими уроками. Пожалуйста. Узнаете? Вы здесь постойте, а я за полицией сбегаю. Бежим отсюда. Это дело темное. Мне сон приснился. Девка с усами. Ей-богу. Либо числа называется сотая часть этого числа. Слово процент происходит от латинского выражения процентум, что означает состав или наста. Киселев. Пишите. Труба А наливает час 40 минут, 0,9 бассейна. Труба Б дает в час на 6,5% больше, чем труба А. Во сколько времени наполнится бассейн,
если будут открыты обе трубы. Один подрядчик нанял 56 человек на 12 дней. Они работали 11 часов в сутки, получая за это 0,7 рубля в день. Штрафов взял с них подрядчик 112 рублей. На церковь пожертвовал с них 50 рублей. И при выдаче обсчитал на 0,2 рубля каждого. Всего получили рабочие X рублей, а подрядчик 550% прибыли. Что из этого получается? Сукин сын получается. Слушателям, остальным остаться. Ваше благородие, она, ей-богу, она. Я протестую. Уйдите. Скажешь, не ты? Изловил политическую мерзавку. И словил, ваше благородие. Во-первых, вы не имеете права говорить мне «ты». Во-вторых, я вас ни разу, к счастью, не видела. В-третьих, если ты, негодяй, позволишь себе еще такие выражения, я запущу тебе в голову вот этим табуретом. Визитная карточка князя Святополк Мирского. Который час? Половина девятого. Ровно в 9 я даю урок сыну его сиятельства. Ваше благородие, может быть, не они. Я их сбоку видел. Они за барышней гнали. Нет. Я за ней не гнался. А я за ним бежал. Удостоверяли. Та была рыжая, и рост был. Во какой. Мадемуазель, можете ехать к его сиятельству. Извините, долг службы. Thank you.
Благородие. Я теперь ясно вижу. Она! Дурак! Степан Яковлевич, вы обещали Андрею помочь, похлопочить. Пошел ты к чертовой матери своим Андреем. Пойду. Напьюсь. Возьми для Андрея. Мало тут. По гривеннику собирали. Дай только время.
Тоже молодой, как Андрей. Разойдитесь по местам. Шапки долой! Прощай, товарищ. Мы похороним тебя по-своему, по-рабочему. Yeah.
приготовил. Рабочие должны знать, чего требует. Thank you.
Смочить? Приложить. Спокойно. Снимаю. Рост 169. Сидя 133. Ступня 24. Глаза голубые. Зубы ровные. Голос. Скажи ясно и отчетливо. Кукуруза. Кукуруза. Скажи арарат. Арарат. Скажи еще что-нибудь. Пошел к чертовой матери. Хорошо. Пошел вон. Так, не с кем больше песен петь, не с кем разговаривать. С собой разве? Здорово, Максим. Держишься? Держусь. Ну, как поживаешь? Ничего. Третьего дня дождик шел. Вот мчится дорожечка лихая, урядник скачет на коне. А чая-то, дорогая, стоит и плачет в стороне. А чая-то, дорогая, стоит и плачет в стороне. Петь нельзя! А я тебя, друг, видел. Ты речь держал. Славно. Зачем приуныл? Первый раз в тюрьме? Первый. От Старожила Крестов, Бутырок, Якутия и Акатуя молодому постояльцу почтение. Как звать? Максим. О. Максим. Грамотный? Конечно. Книжки читать любишь? Люблю. Какую больше? Антона Кречета. Знатное чтение. Сегодня ночью увезут на казнь 5 человек. Качкова Федора, Иванова Степана, Зальцмана Якова, Савченко Дмитрия. Дюму! Господин на террасе! Господин! Пустите! Пустите! Дюму! Дюмку на казнь! Уметь нельзя.
приснился мне чудный сон. Будто захожу я в царский дворец. С Миколашкой охота по душам потолковать. Гляжу, а трона нет. Кресло стоит. А в кресле наш Максимка сидит. Стал Максимка рабочим царем. Поглядел он на меня ласково и говорит: жил ты, Дема, свинья свиньей, работал с утра до ночи. И что же ты, Дема, теперь хочешь? Так что говорю, ваше величество, Максимка, жить по-человечески хочется. Ну и живи. Получай комнату с собственной баней. Работай 8 часов. И учись на министра. Приснится ж такая чепуха. Встать! Собирайся. Прощайте, товарищи! Прощай, Максим! Дема! Прощай, Дема! Прощайте, товарищи! Варшавянку поешь? Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас громче гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. Но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело, знамя великой борьбы всех народов за лучший мир, за святую свободу. Марш вперед, рабочий народ, на бой кровавый, святой и правый. Марш вперед, рабочий народ, вперед в наши дни с голодухи рабочий. Станем ли братьям и дольше молчать? Наших сподвижников юные очи, может ли Витязь охота пугать? На бой кровавый, святой и правый, марш вперед, рабочий народ! Вот наш сволочи! Убийцы! Погодите! Народ, 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 народ,
Почему не встаешь? Мать не велела. Даром только хлеб едите, а бить по-настоящему не умеете. Вот у меня отец по праздникам бил, так бил. Ты, ваше благородие, дворняжка по сравнению с ним. Разве так бьют? Может, он так бил? Не так. А как же он бил? Вот так! Так ты вот! Товарищ, пускай веселится, пускай пропадем, но только научи, как зубами глотки рвать у всей этой сволочи. И кто ж тебе сказал, что я пропадать хочу? Хоть бы и с тобой вместе. Я еще жениться хочу. Внуков в социалистический университет отдам. Пропадать. Пропадать всякий умеет. Ты держись. В петлю сунут. Из петли лезь. На воле дела. Нас ждут. Хочешь всерьез с нами? Партия возьмет тебя. Не пропадать. Побеждать. Наташа. Ой. Во-первых, какая я тебе Наташа, когда я уже полгода как Марья Ивановна. Во-вторых, прямо из тюрьмы при посторонних на улице дурак. 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 И куда же ты теперь, Максим? Санкт-Петербургский нельзя. Московской нельзя, Киевской, Харьковской, Лондонской и еще в 33 губерниях нельзя. Так что жить я теперь буду. Между небом и землей. Thank you.
люблю я летом с удочкой над речкою сидеть. Бутылку водки с рюмочкой в запас с собой иметь. И бутылку водки с рюмочкой в запас с собой иметь. Насадишь на колючок, закинешь, выпьешь рюмочку и ляжешь на песок. Закинешь, выпьешь рюмочку и ляжешь на песок. Лежишь, а рыбка клюется, сомнения далеко. Порою так наклюешься, что встать уж тяжело. Порою так наклюешься, что встать уж тяжело. Я летом с удочкой над речкою сидеть. Бутылку водки с рюмочкой в запас с собой иметь. Бутылку водки с рюмочкой в запас с собой порою так наклюешься, что стать уж тяжело. За эти годы сотни наших товарищей. Почтим их память. Кто с Путиловского? Ты, Тарас? Я. Сколько большевиков на Путиловском? Что ж, товарищ, наши путиловцы всегда впереди. 40 большевиков на Путиловском, товарищи. А я из Колпино, товарищи. 3 года назад днем с огнем не найти было нашего. А теперь довели расценками, штрафами, волчьими паспортами. Ну и мы поработали. 25 человек. Армия. 5 человек на Кирхнере. Был 6-й, вчера взяли. Я снова Леснера. Сайвазов, Балтийский. Копейка. Фабрик Треугольник. Сангалев. Парвиадь. Александров. Семяников. Абов. Розенкран. Феникс. Селесен. Нобель. Кономайкер. Виталический. Много нас. Товарищи, я вам прочту письмо Владимира Ильича Ленина. Начинается полоса нового подъема. Никакие преследования, никакие расправы не могут остановить движение, раз поднялись массы, раз начали шевелиться миллионы. Преследования только разжигают борьбу, втягивают в нее новые и новые ряды борцов. Наша партия переживает трудные дни, но она непобедима. Как непобедим
пролетариат. Шагу. Товарищи, спокойно! Стой! Вы не вырывайтесь, господин социал-демократ. 155 нижних чинов, 7 надзирателей, 3 пристава и сам господин начальник охранного отделения. Армия не уйдет. Последних ваших людей берем. Партийные сливочки. Генералов берем. Всему делу конец. Крышка. Так что вы лежите спокойно, господин большевик. Люблю я летом с удочкой над речкою сидеть. Чего ждешь? Беги к Наташе. Что была листовка? Беги, мы его спрячем здесь, в ямах. А ты чего? Мне надо обед от сотницы на работу. А где у тебя отец работает? Вот тут рядом, в депо работает. Отведи меня к отцу. Идем. Thank you.
Ладно, старый черт. Один раз в жизни помирать. Давай, парень, ты. Собрание, что ли, было? Собрание. Придешь рассказать, что делать надо? Приду. И братца дождались. Должно быть, не любит он вас, не навещает. Очень любит, Иван Семенович. Очень люблю. Ну, я пойду. Люблю заходить к вам, соседка. Тихо и богобоязненно вы живете. Думаю, не посвататься ли за вас. Конференция арестована. Поливанов ранен. Нужна сейчас же листовка. Я напишу. Товарищ. Гнет, реакция усиливается. В тюрьму попали лучшие представители рабочего класса. Петербургский комитет. На помощь, товарищ. Не то. Разве так надо писать? А ну, пиши. Пиши. Ходят всяческие слухи, что комитет партии арестован. Враки! Комитет партии на свободе действует. Лучшее доказательство, чем эта листовка.
Да здравствуй, забастовка солидарности. Это, пожалуй, ничего. Ладно. Листовка эта пригодилась. Теперь тебя можно пустить на самостоятельную работу. В Сормово ждут людей. Там трудно. Значит, ехать стоит? Давай. Собирайся. Максим. Шагай, Максим. Хорошо шагай. Помни, кто ты есть. Питерский большевик. Оборудовать ему паспорт. Получай, Максим, и привыкай, Максим. Больше ты не Максим, а Павел. Павел Агафонович Молоканов. До свидания, Максим. И какое же это будет свидание? На этапе, на яхте? А может быть, черт его знает, на улице, на баррикаде? А сейчас до свидания, Максим. Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер башню хочет украсть. Где-то улица, где-то дом, где-то барышня, что я влюблен. Добрый вон путь, эта улица, Максим. Там этот дом, вот эта барышня, что я влюблен.